На высшую оценку претендует и масштабное преображение Иркутска к юбилею. К 355-летию столицы региона планируют провести целый ряд серьезных работ. Например, изменения ждут дороги частного сектора. В этом году отремонтируют сразу 77 таких улиц. Большую часть из них заасфальтируют. Что касается проезжих частей в центре города, то к 1 июня запланировано привести в порядок дороги, по которым пройдут праздничные колонны в день города. Все детали предстоящих реконструкций и сроки проведения работ сегодня обсуждали чиновники городской администрации и депутаты Думы Иркутска, чтобы не было никаких сбоев и столица региона встретила свой юбилей обновленной. В частности, Иркутск украсят новые скверы. В этом году планируется организовать больше 20 парковых зон. Установят и несколько памятников. Как обычно, во знаменование юбилейных дат город продолжает работу над такими городскими скульптурами. В этом году планируем установить памятник учителю. Мы в сквере имени Героя Советского Союза Челнокова намерены в этом году установить тоже памятник этому человеку. Поэтому вот такие вот вещи, которые, я уверена, будут восприняты жителями радостно, и нам будет с чем встретить этот юбилейный год.